И снова здрасте. Продолжаем полицейскую тематику на нашем канале. Играем мы в Ready or Not, симулятор спецназа полиции, в данном случае американской полиции. И сегодня, что у нас сегодня? Сегодня, как обычно, группа на выезд. Террористы, сволочи, заложники. По вооружениям у нас сегодня 45-й калибр, пистолет-пулемет УМП-45. Ну, по обвесу тут глушитель, фонарь, коллиматор. Я сложил ему приклад, чтобы посмотреть, повлияет ли это на его компактность. То есть прохождение узких мест, таких как дверные проемы и так далее. Будет ли какая-то разница с разложенным прикладом? Вот что я хочу посмотреть. По пистолетам 5.7. Обвешанный по самое не балуйся. С глушителем. Ну шо, поехали. Сегодня мы поедем в порт. Миссия у нас будет рейд. Лучший показатель у меня сейчас на этой миссии Б. Окей, Б так Б. Попробуем исправить. Ну или как минимум не сдохнуть. Это уже достижение. Я так считаю. Ну шо, группа на выезд. Маечки с короткими рукавами, конечно, выглядят прикольно, но вот татуировку, как бы, можно ее как-нибудь убрать? Мне вот она не нужна, мне без нее хорошо. Все, понял, двигаемся. Вагон чисто. Слева дверь закрыта. Право чисто, направо контроль нужен. Я все еще бегаю с дробовиком, который вышибает двери. Но думаю вернуться уже и к камере тоже. Чисто. Блин, я ни хрена через них не вижу. По идее, я должен сквозь них видеть, а я не вижу. Полиция, на пол! Руки покажи! Блин, бегун хренов. Одни спортсмены кругом, блин, одни мы, Пивковичи. За контейнером. Да, нет? Не за контейнером? Где он был? По-моему, тенька это была здесь вот. Нет. А где он тогда? Очень говняное место. Дверь открыта справа. Вот здесь место еще более говняное. Как мне из-за машины выходить? Под машиной-то мои ноги будут видны. Тут лечь надо, по сути, на бок. Блин. Дверь открыта. Ангар. Пошли. Начнем отсюда. Вот опять же, нехватка этих 5 человек в группе. То есть, ну как нехватка 5 человек? Нехватка людей, 5 человек это мало. Опа. Есть, хорошо. Заходим. Давай. Пошли. Почему только один зашел? Так, у меня чисто. Так, взял. Браслеты.
Быстрее, быстрее! Так, этого взял. Хорошо. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Синий со мной наверх. Где вы там? А второй где? Куда ты второго подевал? Скажи еще, что он помер от поноса. Ва, вон он, все нормально. Заходим. Держу. Пошли. Хорош. Взял. Что происходит, смотрите? Это такое... Господа разработчики, если вы, не дай бог, смотрите это видео, поправьте, пожалуйста. Это выглядит страшно, хоть и смешно. Синий за мной. Okay, I'm on your six. Слева окна, контроль. Справа дверь закрыта. О, собираю улики. Collecting evidence. Ходим. Так, пока все нормально. Пока идем ровненько. Насколько это только возможно, конечно. Тут, блин, ровненько, я не знаю. Тут вторая пятерка должна уже работать там, второй части. Так. Все ко мне. Давайте, давайте, все сюда. Сюда, значит, с этой стороны двери. Заходим всей группой. Давайте, давайте. Встали в боевой порядок, построились и погнали. За третьим буду заходить. Да, дверь, пусти меня! Ты что? Я же спецназовец. Меня нельзя не пускать. Так. Поводков нет. Проволочек нет. Пошли. Давай, давай, давай. Чё стоим, кого ждем? А он подошел к мне претензию высказать. Ты чё это нас отправляешь? Иди первым. Какой наглый. Пошли. Чисто. Так, и вот та дверь, которую я контролил оттуда. Чисто. Идем дальше. Прямо дверь закрыта. Лево чисто. Кто тут бочку эту пинал? И зачем? Хулиганы, что ли? Напал! Полиция! Покажи руки! Руки! Пошли. Ходим, ходим, ходим. Да, ты куда работаешь? Куда он? А второй где? А где этот? Связали второго. Быстрее!
to security. Stay on me. Civilian to security. Ready for transport. Talk to entry team. Copy. Move on. Moving clear. Заходим. Yeah, copy that. О, погнали. Давай, 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 давай. Я на третьем. Куда, куда? Ты тоже мне претензии высказать хочешь за то, что я вас первыми отправляю? Я командир группы. Я должен идти не первым. Опять он мне претензии. Они, посмотрите, очеловечили ботов. Все, ты их отправляешь вперед, они подбегают к тебе с претензией. Ты типа, что делаешь? Почему это мы первыми идем? Ты охренел, иди первым сам, мы не хотим. Open and clear. Copy that. Заходим, синяя группа. Красная здесь на контроле. Там дверь. Давай, 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 давай. Перебирай ножками, ну. Пошли. Так. У нас чисто. Fall in. Right behind me. Stay on me. Так, все ко мне. О, что-то я сильно высовываюсь. О, вон цель, 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 прямо. Убежал, падла. На него орать уже бесполезно, не услышит. Ну да, зато палить он может. О-о-о-о-о-о. Я держу. Заходим. Что, нет сопротивления? А куда он подевался? Попали в него, что ли? Зацепили? Так, где моя открывашка? Справа, справа, справа. В окне. Ты куда смотришь, чудо природы? Ты должен был окно подавить. Дятел. Наберут. Черт. Синий, открывайте и вычищайте. Блин, сейчас еще из окон будут палить. Я весь магазин рассандалил. Погнали. Так, связываем. Блин, там этот чувак в окне. Разошелся не унять. Стрелок ворошиловский. Ладно, погнали отсюда. Блин. Блин, из окна отстреливается, народ. Надо заходить в здание быстро. За мной, быстрее, быстрее. Поджимаемся. Контроль налево. Тот, по-моему, одет был по-другому, который убежал. Заходим, зачищаем всем составом. Тихо. Давай. Блин, куда он подевался?
Эй, руки! Руки покажи! Вот так. Другое дело. У меня цель. Упал. Open and clear. All right. Roger that. Красный. Зеленый. Шевелитесь. Moving up. Красные, ко мне быстро. I'm with you. All right, lights pick out. Suspect killed. This is talk. Так, здесь кого-то нейтрализовали, хорошо. Блин, они взлетают просто. Так, эта дверца еще у нас работает тут. Воу. Ну. Get on the ground now. Ты! Дверь! Да что с тобой не так? Во, открылось все. Справа, справа, справа! Он внизу, внизу. По-моему, внизу. Справа здесь. Пошли. Тихо, тихо, тихо. Куда? Что? Кто? Блин, я потерялся вообще. Упал, 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 упал. Последний момент я срисовал, урода. Ну и блин. Тяжко, тяжко. Ко мне быстро, красные. Так, у меня уже дырка в ноге. Поздравьте меня. С почином. Дай, дай пройти. Перезаряжаем драндулетку эту. Так, здесь меня должны наши ждать. Они, в принципе, и делают. Все ко мне. Погнали. Ну? Да? Вот. Давайте наверх, он вооруженный. Быстрее, быстрее, быстрее. Фиксируйте его, я дверь к контролю. Чё? Ты сейчас такие мне суси-пуси получишь по башке сложенным прикладом. Пошли. Давайте, 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 не тупите, заходите. О. Кто-то пытается отстреливаться, смотри. Тоже взлетел. Пошли. Fallen behind me. Coming to you. Идем дальше. Так. Чисто. Наверх. Наверх, 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 ребят. Все, наверх. Чисто все. Вы одного подстрелили? Или сколько? Сколько тут у вас было столкновений? У меня было подозрение, что они двоих подстрелили почему-то. Но я вижу только один труп.
Ладно, идем наверх. А, вон они, где второго положили. А как они вообще его там зацепили-то? Move to my front. Roger, on the move, sir. Он же вроде как вне действия сети. Вне зоны поражения. Да блин! Поправьте, пожалуйста, разработчики, почему они подлетают каждый раз, как будто я им пинка даю. Я им пинка не даю. Я человек добрый. Чисто. Чисто. Заходим. Через светошумовую. Ну, 10-миллиметровый МП-5, а? А? Весч? А у меня калибр больше. Ну-ка. Синий, давайте. Right, синий. Погнали, погнали. Roger that. We'll take care of it. Да. Ты что, застрял? Нет, он просто не хочет туда заходить. Он не застрял, у него все хорошо, он просто говорит, не пойду я туда. Дай пройти, пожалуйста. Спасибо. Так, ко мне все. On my six. Right behind you. Так, где у меня там открывашка двери? Да. Давайте. Через светошумовую. У вас светошумовых полная жопа должна быть. Давайте. Не забываем, что там тоже есть дверь, кстати. Вот там слева. Погнали. Взял. Это не тот ли, который в окошко полил? Нет, не тот, говорит. Нет, говорит, не тот. Нифига себе. Но это явно он. Это явно он отсюда по нам полил, нет? Из этих окон. Или нет? Нет, не он, наверное, все же. Fall in. I'm on your six. Да ё-моё. Open, bang, and clear. Yeah, copy that. Заходим. Bang's free. Пошли. Так, взял. Что у нас тут? Дай сюда свой дробовик, падла. Кто там у нас? Выходим, кто там есть? Магазин-то полный, полный. Но у меня их всего два осталось, все расстрелял. Блин, в окно в это. Опаньки. Он меня не видит. В этом мне повезло. Блин. Будем делать. Move in and clear it. Красные, заходим сюда. Синие. Provide cover. Affirmative. Stack up. Let's stick away. It's open. We're good to go. Open it. Давайте синие. Заходите туда. Серьезно, ты отсюда попадешь? Свет шумовой? Ready in flashbang. Он натурально попал! Блин. Эй, ребята, ребята! Yeah.
Упал. Красный. Зеленый. Красный ко мне. Быстро! Я тут один. Ребята неправильно поняли. Приказ зачистить и убежали наверх. А это кто защищать будет? Я, что ли? Видимо, я. О, у этого уже дырка в плече. Ну, ты помогаешь прям, помогаешь, да, ты прям помогаешь. Ты очень помощливый чувак. Да ё-моё! Все двери позакрывали. Так входить тоже такое себе. Через дверь можно прошить. Если тут будет человек, он же догадается прошить через дверь. После того, как она открылась по таймингу, отойдите от двери! Засранцы. Вон, заходите, зачищайте. Вперед. Moving and clear. Давайте. Moving up. We've got a dead suspect here. Я пока с этим разберусь. Copy entry team. Proceed with mission. Stay on me. Давайте сюда быстро. Блин, тут и стрелять нельзя. Газовые баллоны как бабахнут. Мало не покажется. Все, пошли. Зачищено. Идем наверх нашим бегунам, которые ускакали наверх быстрее, чем я не знаю кто скачет куда. Блин, последний магазин. Да. Зато они кого-то завалили. У них оправдание есть. Moving and clear. Тихо, там кто-то есть. Эй, на пол! На пол! Полиция! Руки покажи! Отойди! Отойди, пропусти! Отойди, дурень! Блин. Все. Moving up. Давайте, давайте. Руки! Так, взял. Отойди от стены. Руки за спину. Блин, а еще здесь кого-то положили. Снизал. Что у нас там закончено? Arrest suspicious targets. Possible deal, бла-бла-бла. Any suspicious non-threats should be detained for further questioning. My English is very well. Ёпта. Смотрите, а где второй? Тут же кто-то валялся. Куда он делся? Мне показалось. Да ладно, понятно. Там они кого-то завалили. А чё вы туда залезли? Синий, за мной. Suspect DOA. Еще один suspect нейтрализован. Эп. Идем дальше. Подождите, мне нужно достать отмычку. Open, bang and clear. Давайте. Roger that, sir. Давайте, давайте, давайте. Бабах, пошли. Свяжите тетеньку. Давайте. Ну? Move over there. Тетеньку свяжите. Кому говорю? Встал, постоял, подумал такой, а может не надо, это же женщина все-таки. Еще и платье у нее это дурацкое. Чего? Ничего себе. Мы какие-то миссии выполняем, я даже не понимаю какие. Так, я так понимаю, здесь какое-то большое помещение. Заходим всей группой, зачищаем через светошумовую. Потому как иначе может все быть плохо.
Bang's free. Бэм! Погнали. Чисто. All right, light stick out, sir. Все ко мне. И что за этой дверью? Если честно, я не помню. Я давно на этой карте не был. Поэтому будем заходить всей группой. Упал. Все. Open, bang, and clear. Заходим. Copy that. Bang's free. Погнали. Так, я взял. Взял, все, можешь идти. This is talk. Copy that, entry team. Notifying morgue. Light stick out. Чисто. Moving clear. Заходим. All right. Следующее. Заходим, не теряем темп. Что сегодня светится красным ранение? Спокойно. Что у нас там? Так, одна цель нейтрализована, я так понимаю, да? Где она? А где вы нейтрализовали-то? Вот она. Забираем ствол. Так, у нас выполнены все миссии. И у меня осталось, ну, по сути, один магазин. Почти полный. Так, где-то я что-то прошляпал. Что-то не сообщил или где-то не взял оружие. Поэтому миссия сама не закончится. Будем заканчивать так, окей. Окей. Ну что же. У меня Б. Ну, выше Б мне сейчас тоже не дадут, я думаю. Много раненых. Да. Как было Б, так и дали Б. Ну что, такая вот миссия получилась у нас. Что по оружию? Ну, в принципе-то, компактность у него вроде как по ощущениям становится поинтереснее. Я не чувствовал вообще никакого стеснения при работе с аппаратом, но пистолетный патрон как бы... Плюс еще эти траты боеприпасов, когда еще окно там надо было подавить, вот это вот все, очень много улетело патронов. Но, в принципе, как таковые, если тратишь, допустим, именно вот ты видишь цель, ты работаешь конкретно, то тратится, в принципе, не так много. И 45-й калибр работает неплохо, это надо признать. Вот так что аппарат, в принципе, наверное, неплох. Неплох. Как бы списывать я его не буду. Вполне себе достойный агрегат, можно с ним бегать. Ну, пистолет сегодня пригодился один раз, 5.7. У него скорострельность высокая, и пробивает он хорошо, 5,7 мм. Патрон имеет очень высокую пробивную способность. Ну, в игре, я думаю, она реализована тоже. Я замечал, что там, где 9-мм не пробивает, вот эта штуковина пробивает. Так что пистолет тоже хорош, тоже могу рекомендовать. Я когда-то с ним тоже бегал очень много, с этим аппаратом. Хотя бы потому, что у него 20 патронов с собой. Вот. Что, миссию прошли. Все сделали как надо. Нарушений у нас никаких нет. Ну да, получили сами ранения. Ну, как бы, издержки профессии. В остальном все, как по мне, получилось достаточно круто. Все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Прописывайтесь на канале. Проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег. И всем пока.